Всем привет, меня зовут Лена. Меня Ярослав. Мы рады вас приветствовать. Ай, машина! Сейчас давай, наверное, вот так вот. Мы рады вас приветствовать в нашем семейном канале Мачо и Мучача. Девочки, собралась пойти на свою проходку. С нами еще девушка вот эта. Ага. Потому что та безобразница малолетняя с нами не пошла. Потому что она вредная. Мы ее с собой не взяли. Собралась идти на проходку. Ярик, ты куда? Я говорю, ну как куда? Как всегда. Идти, мандры нахаживать. Я пойду с тобой. Ты что, меня ревнуешь? Ну, а что? Конечно, ревнуешь. Он, да ладно. По вечерам непонятно, где вчера вообще, сама. Вчера вообще 8:30 приехала. Уже телефон красный. Ну, как раз же была на тренировке. И ну, телефон же не возьму. Другой телефон этим снимали. Не ревнуй. Люблю я тебя, не ревнуй. Кстати, мы проходим дом. Ты расскажешь зрителям, что это за дом? Ну, вот она, война гестапо здесь находилась. В этом доме, да? Да, такой домик хороший, дореволюционной постройки. Ага. Красивый такой. Вот, я думаю, вам видно. Один из немногих, который выжил после... Во время бомбежки, во время после войны. После артподготовки, когда выгоняли фашистов, город стерли с лица земли. Была артподготовка, то есть очень мало зданий уцелело. Но это, скорее всего, уцелело, по нему, видать, и не стреляли, видать, хотели какие-то, может, архивы захватить, может, еще что-то. Ну, тут гестапо находилось. Ну, там видно, за нами, вот. Видите, такой дом. Такой. Ну, только как тут можно жить, конечно. Ну, да, после этого всего я не знаю, как там можно жить. Но живут одни... В общем, вот такие новые русские, там украинцы. Там потолки высокие, да? Ну да, он сотрил. Ну вот покажи его. Он... Вот, его видно вот так. Я просто не могу развернуть. Он в три этажа, но он по высоте как 5-6-этажный дом. Хотя там 3 этажа, вот смотрите. Да, такое, ты покажи. Дореволюционная архитектура. Там потолки, наверное, 4-4.5 метра. Ну да. Давай я попробую так палку, может быть. О! Да, ну и живут это, живут люди довольно-таки, не довольно-таки, а очень обеспеченные. Девочка. Простые смертные там не живут в этом доме. Ну да. Не знаю вообще, как там можно жить после всего этих пыток, тортур. Кременчук вообще такой еврейский городок был. Да, ну и остается. Еврейский, вот разве он еврейский? Конечно. А ну расскажи. Ну, тут что-то... очень большая еврейская община была. Ну, и сейчас сохраняется. По крайней мере, есть синагога. Угу. В центре там. Знаешь, где синагога? Ну, в центре. Да, в центре. Ты что, я же не хожу туда, а ты ходишь в синагогу? Ты не? Что, я же не еврей. Да, ну, мало ли. А. Может, я что-то о тебе сейчас узнаю, чего я не знал. Да, чего ты не знал? Ну, не знаю, расскажи нам. Ну, а что, что? Ветер, 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 ветер. Ветер. В общем, девочки, собралась идти. Ярик, я с тобой. И вы сейчас обалдеете, куда он собрался идти. Я говорю, Ярик, вот это поддержка. Калымене. Куда? Расскажи людям. А, ну, по пути, думаю, это... Что-то мне так сегодня целый день хочется гамбургера или чизбургера. О. Короче, Макдональдс. Ага, пожалуйста. Да, ну, по пути у нас Макдональдс. Говорю, давай зайдем. Ну и как я вот это дело перенесу, ты ну, мне ты скажешь? Ты же это, вырабатываешь силу воли. Спасибо тебе. Так, пойди. Давай, тут темно, мы тут не пройдем. А, мы так пойдем, да? Да, пошли туда. Пойдем так. Тихо. А тут с собачками гуляют люди. Да, наша собачка хочет. Наша тоже. Расскажи, пожалуйста, будешь ты со мной ходить в спортзал? Ну, подожди, я, может, попробую светлее сделать, чтобы нас, чтобы мы светлее. Уже ж темно на улице. Ты будешь ходить со мной в спортзал? Я? Ну, да. Не, я буду ходить, но я буду ходить в этот, в апельсин. Угу. Мне, честно говоря, не понравился, ну, какой спортзал. Потому что там хороший тренер, но это для тебя. Мне другого, мне в апельсине. Снарядов ударных. Я там посмотрел, там такое не сильно большое помещение. Ну да, там небольшое. Не там вот чисто тренажеры, позаниматься. Дело в том, что эти залы находятся рядом. В принципе, ну да, рядышком там. Ты можешь в апельсин, а я... Ну да. Ой, господи, чуть не упала. А я туда.
Был дождь. Думали, я думала, вернее, не мы думали, а я думала, потому что я сама собиралась идти сегодня на проходку. И пошел дождь, мы быстренько сняли белье, сушилось. Думала, не пойду сегодня. Когда дождя нету, погодка хорошая, ветер теплый. Да, он так прошелся немножко. Может, еще и брызнет. Но мы недалеко от дома, так что... Ну, уже сейчас мы заходим в темноту. Уже 6:30. А ну, время, я сейчас гляну. Ой, что, не вижу. Да. А, у меня тут не видно. Куда? Ты меня завел в темноту? Так, пошли, потому что мы сейчас с тобой тут будем прямо шлепать в темноте. Сейчас мы выйдем на более... Мы сейчас, знаете, куда дойдем с вами? Мы дойдем, сейчас у нас есть памятник. Мемориал вечно живым. Мемориал, точнее. Вечно живым. И вот там мы с вами сейчас пройдем, покажем вам. У нас вечный огонь. Ну да, сейчас подойдем. Сейчас должны подойти. Здесь у нас общежитие недалеко есть. Да. Педмедучилище у нас. И вот в этом районе мы как раз живем. Тут, как у нас сокращенно говорят, и педики, и медики живут. Сейчас. Да, уже немножко темновато. Но. Ну да. Но виднеется на горизонте он. Я не знаю, вам видно, не Макдональдс. Тут недалеко, мы с Яриком очень часто сюда. Сюда. Здесь тоже такой типа парка. Люди или с собаками гуляют, и с детьми. И дети, и собаки. Ну, сейчас дело в том, что темнеет. Вот здесь мы вышли, уже светлее. Вот видите, какая такая типа маленькая мини-площадь. И сейчас мы покажем вам сам мемориал. Я не привыкла вот так вот, чтобы вместе снимать. Вот, видите, вечный огонь. А вот сам мемориал. Сам мемориал, его видно. Вот. А он детвора гоняет на скейтах. Ну да, тут отреставрировали площадь, выложили гранит. Плиткой хорошо выложили, да. Да, хорошо. Вечерком погулка. Ну, это прогулка. Это мы сейчас с Яриком, так можно сказать, с вами видео записываем. Это прогулочный. Потом, конечно, когда камеру выключу, это будет быстрее шаг. Потому что эффекта для меня не будет. Что ж прогуляться. Ну да, надо поднапрягаться. Ну, это мы пока до Макдональдса дойдем. И он уже виднеется. Буква М не видно. Хотела показать букву М. А ее не видно. А, кстати, Макдональдс, он обслуживается и внутри? Ты можешь зайти вовнутрь или нет? Ну да, только собачку ты поддержишь. А маску ты взял? Ну да. Потому что я ж без маски, я и не рассчитывала Макдональдс. Поддержишь собачку, я куплю. Ну, сейчас мы дойдем до Макдональдса, перейдем дорогу. Ну, как раз и зеленый свет наш. На улице хорошо, вот прямо... Да, хорошо, погода, не холодно. Вообще красотища. Пойдем, пока зеленый. Давай, пока зеленый. Мы сейчас быстренько. Сейчас переходим. Проспект Свободы у нас называется. Такой раньше был 60 лет октября. Переименовали в связи с декоммунизацией. Проспект Свободы. Ну да, больше на проспект смахивает, чем на улицу. Ну да. В одну сторону 4 полосы, в другую сторону 4 полосы. То есть такое... Мы вам про немецкий дом как-то рассказывали там в том краю. Да, у нас вот сейчас... по немецкому проекту, по-моему. Пошли. Ну да, и по ГДРовскому проекту, и кажется, даже рабочие оттуда были тут. Строили. Командировки строили. Это район у нас называется Крас, да? Ну да, дворец Крас, дворец и мемориал вечно живым. И мемориал вечно живым. Сзади нас находится дворец культуры Крас. А, вот. Вон видно его, ага. Вон, видите, зелеными буквами. Ой, сейчас. Да, да, да. Не упала. Зелеными буквами между нами, нашими головами. Дворец Крас. И вот мы плавно подошли к этому злодейскому, злачному месту. Называется он... Ой, Макдональдс. Вот так ты меня соблазняешь, искуситель, змей, искуситель. Ну, за столик на улице. Ну что, я постою, давай мне лиську. На собачку. Давай. Все, прощайся.
Я тоже уже буду прощаться. Зрители, все. Прощаюсь. Пока-пока. Да я тоже выключаю, потому что меня Лиська уже потащила. Все, выключаемся.